Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать розочку из мыла. Для этого нам понадобится мягкое мыло, овощечистка и водичка. А для начала нужно сделать завитки. Режем их овощерезкой. Сразу много завиточков резать не нужно, потому что мыло очень быстро сохнет, и они начнут ломаться, и уже мы не сможем сделать из них розочку. Чтобы скрутить розочку, просто нужно завиток в завиток вкладывать, закручивать. Водичка нам нужна для склейки, чтобы розочка не разваливалась, особенно если мы будем делать ее большую. Я прям беру водичку, промазываю завиточек изнутри, накладываю на розочку, закручиваю и вот так один за другим завиток. Получается такая розочка. Дальше удобно резать другой овощерезкой с прямым лезвием, чтобы завиточки не были такие изогнутые. Получается такие тоненькие, уже прям как лепесточки. Также их накручиваем на нашу розочку, промазываем водичкой. Таким способом можно делать розочки разного размера, маленькие, большие. Спасибо за просмотр. До встречи!